У жителей микрорайона Вербовский обнаружилась пропажа. Вербовчане заметили, что исчез памятный знак – орден в честь годовщины Великой Октябрьской революции. Он был украшением стелы, находящейся на въезде в поселок. К счастью, пропажа быстро нашлась. Однако дальнейшая судьба ордена по-прежнему под большим вопросом. Каждый уголок Вербовского для знающего человека пропитан символизмом и имеет свою неповторимую историю. На въезде в поселок находится очень необычная стела. По мнению старожил, в ней сочетаются древняя история и индустриальный подъем эпохи социализма. Именно с этой конструкцией и пропал орден, отлитый из металла. К счастью, важную и весьма символичную часть стелы подобрали работники МБУ благоустройства. Оказалось, что у памятного знака проржавели крепления, и поэтому он просто лежал на земле. Сейчас он находится на территории коммунального учреждения. Состояние его плачевно. В настоящее время выясняется, кто является собственником памятника. По словам руководителей Муромского приборостроительного завода, стела на балансе предприятия не числится. Очевидно, что не только пропавшему элементу требуется реставрация, но и вся композиция из металла нуждается в тщательном осмотре специалистами. Напомним, что совсем недавно в Муроме разобрали заржавевшую стелу труду. В рамках благоустройства площади пришлось демонтировать советскую скульптуру в виде огромных колосьев. Несущие конструкции 13-тонного объекта местами проржавели насквозь.